Быть включенным в финансовую сферу, обладать знаниями и навыками в области финансов, значит повышать не только свое материальное благосостояние, но и экономическую стабильность страны в целом. Учащиеся 18-й школы нашего города хорошо об этом знают. На базе данного учреждения в сентябре прошлого года был создан финансовый клуб. Пока это единственный школьный клуб в стране. Сегодня к ребятам приехал гость из Минска, директор общества с ограниченной ответственностью «Игрек». Финансовой грамотностью он поделился с будущими бизнесменами и бизнес-леди в игровой форме. Учениками такой вариант усвоения информации был оценен на должном уровне. Наша компания стала одним из участников, соисполнителей плана по повышению финансовой грамотности населения Республики Беларусь в целом. Ну а мы, в частности, отвечаем за пункт по работе с молодежью, школьниками, студентами, молодыми людьми, специалистами. И если уже брать сегодняшнее мероприятие, то у нас была в Минске встреча в Национальном банке, и руководитель отдела по общей финансовой грамотности, он просто попросил нас приехать в Брест, потому что здесь создан этот клуб финансовой грамотности при школе. Презентовать наши методики. Знать, что такое банковская пластиковая карта, какие депозиты и на каких условиях принесут больший доход, где проще и лучше оформить кредитную линию, сегодня ориентироваться в этих вопросах должен каждый современный человек. И начинать обучение необходимо с раннего возраста. Нынешние школьники – это будущее самостоятельно обеспечивающие себя граждане. Именно от того, в какой мере каждый из них осведомлен о ситуации на финансовом рынке, насколько эффективно он способен организовать свою хозяйственную деятельность и разумно распорядиться своими средствами уже сейчас, во многом зависит продуктивность функционирования экономики в целом. Именно от этих ребят зависит благосостояние нашей страны в будущем. Хочется сказать, это большой плюс для тех, кто становится абитуриентом в 2014 году для поступления, потому что некоторые вопросы, которые не раскрываются на уроках, может, обществоведение, даже истории в какой-то степени, мы их обсуждаем на нашем клубе. В частности, вопросы, какие существуют деньги, какие у нас существуют в Республике Беларусь банки, как мы можем, у нас есть безналичные, наличные расчеты, то есть как для будущего абитуриента экономического факультета, это, во-первых, познавательно, интересно, я думаю, что впоследствии для наших преемников с разных школ это будет огромным плюсом. Мы с Национальным банком довольно-таки тесно сотрудничаем. У нас проводятся классные часы, на которые приглашают сотрудники Главного управления Национального банка. Это где-то тоже подтолкнуло. И многие сотрудники, многие классные часы, другие мероприятия, скажем, проходили в 18-й школе, у нас уже здесь был маленький задел, который лежал в основе создания этого клуба. Уметь считать деньги еще не значит быть финансово грамотным. Важно уметь правильно пользоваться денежными средствами. К счастью, этому можно научиться.